Год назад Юлия Табенкина познакомилась с Одинцовским роддомом. Правда, тогда она была в роли крестной мамы, держала на руках малыша. Теперь на день открытых дверей пришла вместе с мужем, чтобы подготовиться к первым родам. Решила для себя посетить, чтобы понять, чувствую я к этому роддому привязанности или нет. Все-таки это тоже важно, потому что здесь произойдет самое главное событие в моей жизни. Примерить на себя новую роль будущая мама сможет уже через 4 недели. Еще в роддоме малышу сделают общий анализ крови, который определит группу и резус-фактор. На вторые сутки после рождения ему проведут неонатальный скрининг. Возьмут кровь из пяточки, чтобы исключить генетические заболевания. При рождении клинически они себя никак не проявляют. Они начинают себя проявлять, могут к году, к 5 годам. А ребенок это время ухудшается, и диагностика опаздывает. И можно было бы лечение начинать уже при рождении, когда вот эти вот, так скажем, натальный скрининг приходит, с положительным ответом. С 1 января 2023 года в неонатальный скрининг входит 36 генетических заболеваний. Обследование проводится только с согласия родителей или законных представителей по полису ОМС. При этом первый положительный тест не всегда означает наличие болезни. В таком случае делается повторный. Главное, чтобы забор крови у крохи делал квалифицированный медперсонал. Персонал проходил обучение, то есть и были конференции, и аудиоконференции, и специалист приходил. После всех анализов маму с малышом выписывают. Перед этим вручают подарочный набор. Я родился в Подмосковье. В нем все самое необходимое для ребенка до года. На эту меру поддержки семей в 2024 году государство выделило более 1 миллиарда рублей. В ближайшее время будут небольшие изменения, добавится коврик антискользящий, одежда для малыша, развивающие игрушки. Но пока мы ждем, когда будет новая поставка. В Московской области реализуется 7 федеральных и 17 региональных мер поддержки семей. Для удобства в системе «Стань мамой» в Подмосковье работает колл-центр. Его специалисты готовы ответить на все возникающие вопросы. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».